Приветствую всех любителей новостей, с вами Адель Сальхов, это мобильный репортер. Самые горячие видео с просторов интернета в нашем выпуске. Последствия недавнего урагана в столице республики для некоторых автовладельцев станут в копеечку. В Казани штормовой ветер сорвал крышу со здания управления юстиции на улице Космонавтов, 59. Видео с места инцидента поделились очевидцы в социальных сетях. Сорванная кровля упала с большой высоты и прилично повредила припаркованные автомобили. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. На дорогах зачастую встречаются так называемые учителя, которые считают, что лучше всего знают правила, а затем в рамках своих нравоучений эти же правила и нарушают. Одному из таких мужчин досталась крайне строптивая автоледи, которая не стала молча выслушивать нотации. Ты зачем, пускай? Конечно. Какую ситуацию? Не подрезай, не езди, когда девочка за рулем. Зачем ты справа давишь своей машиной? Кого? Правый ряд для поворота направо. Правый ряд для поворота направо. А как вам такая реакция девушки? Правый поворот направо! Хера ты подрезаешь людей! Сам ты... Вакцинация в республике Татарстан идет полным ходом. И очевидцы засняли очередь в пункте вакцинации в одном из торговых центров в Казани. Что возмущает пользователей в первую очередь, это отмена всех маломальски многочисленных мероприятий, когда в то же время в очередях на вакцинацию меры безопасности соблюдаются с трудом. А что думаете вы? В социальных сетях татарстанцы рассказали о нашествии насекомых. Накануне вечером очевидец запечатлел на мосту в Ленино-Новошишминском районе Республики Татарстан полчища крылатых. На кадрах видно, как над мостом летают тучи насекомых. На мосту Ленино-Новошишминский район какое-то нашествие насекомых. Ими устлан асфальт, и они со скрипом под колесами давились, поделился автор видео в посте. Однако полчища насекомых не впечатлили пользователей соцсетей, отметив, что это сезонное явление. Другие отнеслись к ситуации с юмором и шутили, что насекомые наконец-то летят в отпуск. Казанцы заметили неопознанный объект, летающий над лесом. Публикация появилась в соцсетях. Автор видео назвал неизвестный объект пугающим и предположил, что это воздушный шар или природное явление. По словам казанца, летающий предмет был над Ноксинским лесом. По словам мужчины, он то становился ярким, то бледнел. В комментариях к публикации не все пользователи разделили мистические настроения автора и решили, что ничего удивительного на кадрах нет, и просто с юмором оценили видео казанца. Стали свидетелями необычных событий? Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. На этом все. Это были самые обсуждаемые видео с просторов интернета. До встречи на телеканале Татарстан 24.